Приветствую вас на канале. Сегодня мы проведем подробный разбор арбитражной связки через Bybit с прибылью около 10% за круг. Однако не стоит забывать, что есть месячные лимиты в размере 30 тысяч долларов, которые превышать я вам не рекомендую. А теперь давайте перейдем к практике. Нам необходимо перейти в раздел «Торговля и спот». В поиске вбиваем торговую пару LTC-USDT. Затем выбираем покупку по рыночному ордеру. Для наглядности я куплю лайткоин на 8000 долларов. Ордер на покупку моментально выполнен. Как видим, лайткоин уже у нас на балансе. Заходим на CoinRare и регистрируемся. А если вы уже имеете здесь аккаунт, то входим. Перед кругом нужно убедиться в том, что LTC тут стоит дороже, нежели на Bybit. В разделе Wallets напротив LTC нажимаем кнопочку «Депозит», вводим желаемое количество и нажимаем «Get адрес». Затем нас отправляют в платежную систему, где нам необходимо скопировать адрес для перевода. Возвращаемся на Bybit, нажимаем кнопку «Вывести», вставляем скопированный адрес и указываем количество LTC для вывода. Нажимаем кнопку «Подтвердить». Лайткоин успешно выведен. Возвращаемся на CoinRare. И видим, что LTC у нас на балансе. Тут сразу можно заметить, что стоимость наших активов здесь выше. Сейчас мы их обменяем на USDT. Переходим в раздел Exchange. Выбираем LTC и вводим ту сумму, которую хотим обменять. Обмен совершен успешно. Затем переходим в раздел Wallets и напротив USDT жмем кнопку вывода. Выбираем сеть TRC20. Вводим желаемое количество для вывода. Для того, чтобы узнать свой адрес на бирже, нам необходимо перейти на Bybit и нажать «Внести» напротив USDT. Тут мы и копируем свой адрес. Вставляем адрес и нажимаем кнопку вывода. Как видите, вывод прошел успешно. Переходим на биржу. За один круг нам удалось заработать 750 долларов. Это практически 10% от нашего депозита. Всем крупных профитов и благодарим за просмотр. Увидимся в следующем видео.